Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Бабкин, мы продолжаем проходить на харде South Park Палка Истины. Так, что это такое? Какой-то чекпоинт, перемещение, да? Так, у нас тут... Окей, забрать все. Так, мы второго уровня, и по идее там что-то можно было прокачать, да? Давайте посмотрим. Кстати, Кенни добавился в друзья. Так, это наши цели. Ага, то есть, я понял, тут 5 веток идет, да? Тут пока ничего нельзя. И магии у нас вообще нет. Наверное, потому что мы воин, да? Давайте. Ага, это у меня уже второй уровень, да? Я понял. Так, у меня там есть DLC, и по идее мне нужно вернуться домой. Так, что тут? Дом Крейга нет. Я не могу, да, сюда перемещать? Я понял. Видимо, вообще сначала нужно найти эти чекпоинты, потом только, да? Перемещаться. Так, ключ от дома Баттерса. Ха-ха. Добавить мамку, ну ладно. Ну, я понял. Так, а открыть нельзя? Окей. This is where Karma does magic. Mm, smells like the wizard is brewing some potion in here. Some wizard stew. Oh, looks like he forgot to flush the stew. Окей, забираем полностью все. Можно, в принципе, еще раз, да, посрать. If it splashes, it means you get a free wish. У каждого друга нужно посрать, это отлично. Неплохо так. This is where the magic happens. Last week Karma's mom was here with a few men having a whole lot of magic. She was doing hand magic and butt magic. Заберем все. Так, что там такое новое? Полностью будем все забирать, я думаю. Тут все равно, то есть нет лимита веса. Дилда. Черный гром. Ладно, давайте все заберем. Оказывается, тут еще трусы нужно собирать. Да что-то интересное ищем. Так, а тут... Wow, Eric has a lot of cool stuff.
нет времени смотреть, что мы там берем, просто возьмем и все. Я думаю, потом пригодится. Так, она что, опять появилась? Так, нужно сходить назад. Новое сообщение от Клайда. Как посмотреть сообщение? А, я понял. Окей. The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladins seek justice for all races. If you ever need your horse reshoed, let me know. А чей это дом? Этого малого? Behold, the residence of Butters the Merciful. Butters really is a very sweet boy. I hope you'll treat him as you would a normal child. You'll like it here. The air is fresh, and there's always something to do to take your mind off things. Ah, this must be the new kid. You Facebook me right away if Butters does something he should be grounded for. I still don't see anything, fella. То есть тут еще можно разбивать предметы и с них какие-то ништяки, да, брать? Давайте поднимемся. Welcome to my room. А, это его комната, да? Those are my minions. They help me punish society. Так, а с хомячками что там можно сделать? Почему у них плащи? По-моему, в мультике да у них тоже, да, плащи? Если честно, я не помню. О, покемон. Окей. Мартых. Так, что тут в спальне? Как раз зайдем в гараж. А ну-ка, если ударить. Нет. Так, ну срать я уже не буду, потому что это все время. Так, в каждый дом забежать, осмотреться, что-то найти и убежать. А ну-ка, давайте сюда. Перчатка друида, 4 уровень, я еще не могу. Одеть. Челка. А ну-ка. О, можно, да. Теперь смотреть. Покемон.
Ой, извини, чувак, я не специально тебя хотел ударить. Так получилось. Интересно, туда можно пройти? Да, можно. Что тут у нас в сумочке? Так, надеюсь, мои родители меня не выгонят. О, ты подружился, наверное, сейчас скажет. You can't expect me to pat you on the back just because you've made a few friends. As soon as you have a lot of friends, then I'll be proud. Oh, look, you've made friends. Отстойный папаша. I'll be your friend too, sweetie. It'll make you look popular. По идее, его можно ударить, но я не хочу. Я просто зассал. Так, чего мы сюда возвращаемся? Тут у нас... снаряжение. Имидж. Вот, это по идее DLC, да? Теперь можно что-то одеть такое. Перчатки наемника. Больше денег, больше денег, больше денег. Так, шоковой урон это подождет, так как еще у меня такого нет. Только я не понял, оно сразу... А, нет, оно просто достать предмет, я понял. Блин, ну тут, конечно, шматья. Ну, первый уровень я вообще, наверное, не вижу смысла одевать. Ну, я даже не знаю. Пускай такие будут. Так, а эти плюшки ничего там не дают? Просто меняет внешний вид, да? Жаль, никакой пухи нет. Окей, короче, как-то так. Сейчас я еще одену. Для лука. Вот. По идее, это такой самый нормальный сет пока что. Может быть, еще эльфийские уши одеть.
Так, а по идее там мы ж к мамке не заходили, да? В спальню. Окей. Еще нету. Так. Мы тут. Она может сюда. И туда, да? Повыше. Давайте налево. О, чекпоинт. Это жесть. О, махач неожиданный. Ну давайте. 4-2. Охренеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. You want some of this? You're hurt. This looks like a job for Paladin Butters. There you go, Al. Okay. I better wait a turn before I do any more healing. Так, а что за способности у него есть? Let's go, asshole. Stop it, my righteous fury. Но это еще такое полуобучение, да, идет. Тут новые эти появляются. We're still doing this, right? Ну охренеть, как его исцелить? Чувствую себя каким-то мешком, который постоянно бьют. Неужели я буду драться? Так, давайте снесем, наверное, лучника. Или лучше мага. Так, 41, 33. С одного хита, отлично. Я еще должен защищаться, я понял. Я думал, он сам защищается. Так, добьем этого. А, блин. Да, не все так легко. Конечно, может быть, это так, типа, сначала. А может быть, потому что хард.
Ушел, ушел. Ой-о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 й. Давай ты хильнёшься, что ли? Так, 16 хп это вообще ни о чем. Слишком рано нажимаю. Ну, я думаю, пару боев еще я полностью освоюсь. Так, что там за эльфы? Ну, чё? Один на один? Нет. Я и не знал, что там можно добивать. О, неплохо ударил. Блин, нужно следить за боем, потому что, видите, то есть на харде это я не, ну, достаточно сильно бьют. То есть 2-3 удара, и я умер. Watching TV right now. Mm-hmm. Another victory for the good guys. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Обалдеть. Отшила меня. Так, а что если сбить? Ничего. Кучка щепок. А, там, по идее, какая-то секретная тропинка, да? Так, Джимми.
у нас тут? А ты кто такая? I'm actually faster at Facebook messaging than I am at speaking. Here, this will just go a lot faster if I friend you. Sure is a lot of walking. Обалдеть. Малый в шоке. Так, что у нас тут? Чё ты прячешься? Пит. Да, я пройду, Пит. Я надеюсь, с ними по два раза не нужно там болтать? Нет, видимо. Так, ты кто? Чё? Дружить будем? Нет, не хочешь дружить. Ну ладно. You looking for Craig? Well, he can't play. He's in detention. Something about flipping off the principal. We better get to the other guys first. Ну, я понимаю, что нужно добраться, но... Давайте как бы осматриваться сначала, чтобы по два раза потом не ходить. А то... Не-не-не. Отлично. Чей дом? Так, ну мы... Собственно, почти пришли, наверное, да? Или как? Интересно, тут что-то крафтить можно или нет? Невнушительная ваза битая. Давайте сюда зайдем. Еще одни трусы есть. Флешки, микрочип. To explore strange worlds with you, it is illogical to abandon the bridge until the captain returns. The captain is my Bob. I can't go outside when she's not home. But the Federation has an urgent mission for you. A tricorder was left behind on the frozen planet of Hoth. Only it's not a tricorder, it's my dad's iPad 2.
I need you to beam down to the Omicron sector and locate that device before it falls into Klingon hands. I think it fell. Надеюсь, что не на время. Так, ну это, по идее, основное, да? А это уже дополнительное. Так, обыщи территорию вокруг церкви. Ага. Закрыто. Так, еще один чекпоинт. Скорее всего, мы сейчас просто на этом закончим серию. Продолжим в следующей серии проходить, искать еще одного друга, чтобы выполнить основное задание. Увидимся в следующей серии. Спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры через ссылочку в описании, пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.